Ими гордится вся страна. Сильные, отважные. Сжимается сердце, когда приходят тревожные вести о гибели героев специальной военной операции. Такие слова сегодня звучали среди участников мероприятия по случаю открытия памятной доски Виталию Кокорину. В числе гостей много его друзей и одноклассников. И, конечно, родители. Конечно, мы вложили в воспитание сына все, что могли. Но надо отметить, что также и школа вложила, наверное, не меньше в его формирование, его характера. Научили его дружить. У него было очень много друзей. Он вообще был очень жизневеселым человеком, несмотря на свою профессию. По признанию родителей Виталия, школу он очень любил. Все 10 лет проучился в Первой Видновской. Здесь и было принято решение установить памятную доску человеку, который отважно сражался и геройски погиб при исполнении боевого задания во время специальной военной операции. Просто выразить словами нельзя огромные слова от благодарности великой родителям за воспитание героя. Дорогие ребята, мальчики и девочки, теперь каждый день, приходя в школу, вы будете видеть и помнить, и хранить эту память. Минута молчания, и участники мероприятия возлагают цветы. На лицах многих слезы. Подвиг, который совершил ваш бывший ученик школы, военнослужащий, офицер. Действительно достойно и уважения, и низкого поклона. Большой вклад в работу по сохранению памяти Виталия Кокорина, который посмертно был награжден Орденом Мужества, вносят представители общества ветеранов. Они, как и другие неравнодушные люди, сегодня здесь вспоминают военнослужащего. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.